Избирательной системе Краснодарского края 25 лет. В актовом зале районной администрации состоялся прием, приуроченный к этой дате. Глава района Адам Джарим обратился к работникам территориальной избирательной комиссии, отметил их ответственное отношение к работе и высокий профессионализм. На самом деле это ваш профессиональный праздник, 25 лет образования избирательной системы Краснодарского края. Вот вы и главы, о которых тоже говорили, да практически все, когда наступает избирательная кампания, мы все как одна большая семья делаем так, чтобы каждый житель нашего района мог отдать свой голос тому или иному кандидату. И работа проходит четко, честно, добросовестно. Самых активных опытных работников наградили медалями за большой вклад в развитие Северского района. Также участникам приема вручили памятные книги. Продолжилось торжественное мероприятие концертным выступлением студентов Краснодарского краевого колледжа культуры.